Телеканал TNT представляет. Белые шляпы. Историческую драму. Черные шляпы. Сегодня по ним можно отличить хороших парней от плохих. А такие, как я, балансируют на грани. Я живу в мире серых шляп. От Фрэнка Дарабонта, создателя «Ходячих мертвецов». Извини. Этот город... Лос-Анджелес 47-го. Просто адски красив. Но только издалека. Город гангстеров. Вблизи. Это канава. Ты что чувствуешь, Фредди? Что? Ты свободен? Пока не понял. Обнимай! Только попробуй! Где же ты прятался, милый? Прикуп. «31 декабря 1958 года. Майами-Бич, Флорида. Добро пожаловать в Мирамар. 6 лет назад тут были только грязь и москиты. А сейчас Мирамар-Плайя. И это ты сделал. Ты много вложил в свой дворец, да? Нет никаких партнеров. Мирамар мой. А Бенни Даймонд кто? Твой посыльный? Маримар... Мой! Мой. Пойми, Айк, мы такие, какие мы есть. И я хочу больше. Я готов на что угодно. Это уже звучит как угроза. Так и есть. Че захватил Санта-Клару?
Гавана будет следующей. Негодяй! 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 Да. Не думал, почему тут так холодно? Нет, сэр. Как в морозилке. Чтобы дамы носили меха. Наша работа, Рэйд, продавать мечту. Город мечты. Я родился с серебряной ложкой во рту. Учился в частной школе в Англии. У меня своя фирма в Сити. Я очень счастлив, что у меня такая жизнь. И они все равно придут за тобой. Слева – зал мира. Справа – зал войны. Какой хочешь посмотреть? Ты, твоя семья, твой отец – все в опасности. Чтобы защитить семью, ты должен сделать вот что. Макмафия. Надеюсь, он понял, где его место. Пусть травой торгует. Именно. А если он не понял? Они заявились на нашу территорию. Я знаю, мы совершили ошибку. Я знал, что Конте отомстит за поджог. Чиро. Знаю, он был тебе как отец. Другого пути не было. Твой босс послал его на смерть, а теперь готов заплатить. Среди вас есть крыса. Вы еще пожалеете, что на свет появились! Твой отец должен назначить главного. Это наше время. Гаморра. Добро пожаловать. Такого клуба Нью-Йорк еще не видел. Да. Наши гости превращаются в тех, кем хотят быть в своих мечтах. Кем ты раньше думал, я стану? Главным наркодилером Нью-Йорка. Мы открыли ночной клуб, чтобы отмыть деньги. Что, если это может стать чем-то большим? Завязать хочешь? И жить долго и счастливо? Такая возможность представляется раз в жизни. У нас есть все. Пусть так и дальше будет. Призрак, мы с тобой для них чужаки. За грязный бизнес надо платить. Все начинают с мелочей. Главное, как ты себя поставишь. Власть в ночном городе. Я сдам этого пысоса. Босс мафии предал его. Но есть требование. Вы отправите меня в Лилихаммер. Сдашь целый, мы отправим тебя хоть на грёбаный Северный полюс. Нахуй тебе в Лилихаммер? Чё, не смотрел Олимпиаду в 94-м? Чистый воздух. Белый снежок, пятнатые тёлки, красотища. Вы наш новый сосед?
Джованни Хендриксон. О, вы почтальонша? Нет, я начальник полиции. Ясненько. Я живу в халупе для нищебродов, рядом с участковым. Мне еще на охранной помойке. Это все, что я получил за сцена? Началась новая жизнь. Слышь, хули ты одна сюда приперлась? Эй, куда? Стоять, я сказал. Вакансий мало. Например, доставщик пиццы. Пойдет? У вас же здесь нет крутого бара, как в Нью-Йорке. Открытие бара – очень сложный бюрократический процесс. Реши вопрос, и все будет путем. За новую жизнь. За новую жизнь. Много, значит, все. Все в порядке. Стив Ван Зандт в главной роли в сериале «Лиллехаммер». Это используют, тебя повесят. Подбрось его туда, где найдет полиция. Нет. Смотри журнал. У китайцев есть свои лезвия. Мы с ними договорились. Я решил взяться за привлечение новых ставок. Такого, если они останутся. Я пообещал, что Фредди в городе не будет. Стой смирно, Рэс, или отрежу тебе все ухо, а уши тебе нужны, чтобы слушать. Улыбнись, Джон.
Это свадьба? Чья еще свадьба? Если бы мы сказали, ты бы не приехал. Кажется, я знаю, где спрятано оружие. Где-то 3-1, что будет революция. Я бы на это не ставил. На это ставит тот коп. Острые козырьки. Представьте, что вы родились в бедной семье, в бедной стране. И вот вам 28, а денег столько, что вы не можете их пересчитать. Основано на реальных событиях. Я Пабло Эмилио Эскобар Гавири. Я просто зарабатываю на жизнь, и вам решать, серебро или свинец. Но не будем забегать вперед. Netflix представляет. Я Стив Мёрфи, отдел по борьбе с наркотиками. В 79-м я рассекал по улицам в сланцах и с рюкзаком за спиной. Стоять, эй! Чё, бегать вздумал? Так что это у тебя там? Когда я только начинал, изъятие 1 килограмма травы было праздником. Потом мы стали изымать по 60 килограммов кокаина в день. Хипарей на улицах сменили колумбийцы. Сланцы вышли из моды, ну вы понимаете. Мы оказались свидетелями рассвета и заката Медельинского картеля. Хосе Гарсия Гача, братья Оча, ну и само собой... Пабло Эскобар. Очень скоро картель стал загребать по 5 миллиардов в год. А этого Америка не стерпит. Ну и что у нас тут такое? Выбора нет. Ты понимаешь, что это значит? На войне добро и зло относительно. То была моя война. Билл Парти брал деньги у Эскобара. Все брали. Но все это американские деньги. Этот подпольный мир научил меня кое-чему. Жизнь сложнее, чем кажется. Если бы мы знали, во что ввязываемся. Нарки. Всего несколько дней назад, уважаемые телезрители, мы отмечали, что наш город, похоже, избежал участи большей части Сицилии, потрясенной рядом кровавых преступлений. Однако сегодня утром в своей машине был найден убитым руководитель оперативного отдела доктор Агусто Маринео. У него осталась жена и дочь. Доктор Маринео был честным и уважаемым человеком, который отдал более 12 лет жизни борьбе с организованной преступностью ради спокойствия простых граждан. Да. Доктор Катани, да, это я, слушаю. С вами хочет поговорить министр, доктор Дель Бальзамо. Мне предложили поехать на Сицилию. Новое назначение? Да. Может, лучше выбрать место поспокойнее? Ты считаешь, в Италии еще остались спокойные места? До каких пор мафия будет продолжать убивать и каждый год зарабатывать миллиарды на торговле наркотиками? Мафия безжалостно губит невинных, совершая тем самым преступление перед Богом. Мафия расправляется с каждым, кто встает у нее на пути, чтобы помешать ей калечить наркотиками жизни людей во всем мире, молодых и старых. Дон Манфреди, самый уважаемый проповедник в нашем городе, правая рука епископа. Мужчины и женщины в страхе, в ужасе перед нависшей опасностью. Они уже потеряли всякую надежду. Вон там, в первом ряду, его брат Джованни Сантамария, журналист. Директор местной телестанции телевидения Западной Сицилии, так сказать, главный обвинитель. Это означает, что мы должны бороться, а не мириться с существующим положением вещей.
Мы должны разрубить злополучный узел и найти исполнителей и заказчиков этих преступлений, искусно спрятавших все концы, ведущие к ним. Итальянское телевидение Рай представляет. Спрут. По округе, как герои. Новые бунтари Дикого Запада сегодня ездят на мотоциклах. Никогда не садись на чужой мотоцикл. Сыны анархии предчувствуют перемены. Папа рассказывал тебе о своем видении клуба? Для него это братство, семья. И торговля оружием. Он хотел этого. Есть узы сильнее кровных. Господи, да что это? Вы отморозки, цепляющиеся за умирающую мечту, как грубо. Иногда они становятся вашей жизнью. Ты не говорил о ребенке? Я не знал, что сказать. Но любовь и страх разделяет тонкая грань. Клей, прижми Джекса к стенке. Как и жадность со славой. Нелегко быть королем. Помни об этом. Сыны анархии. Ладья так не может ходить. Ладья ходит только вверх-вниз и влево-вправо. Не, мы не так играем. Посмотри на доску, мы играем в шашки. В шашки? Да, в шашки. А почему вы играете в шашки шахматными фигурами? А тебе-то какое дело? Мужик, у нас шашек нет. Йоу, шахматы-то интересней. И чё? Не, погоди. Вы не умеете играть в шахматы, точно? И чего? Да ничего. Я научу вас, если хотите. Да ладно, мужик, хорош. У нас игра в разгаре. Остынь, я хочу посмотреть. Хватит уже играть в шашки на шахматной доске. Ладно, мужик. И видите? Это король. Он крутой. Возьмешь чужого короля, и ты выиграл. Но противник тоже будет стремиться взять твоего, так что нужно его защищать. Король. Он ходит на одну клетку. В любом направлении, куда захочет, потому что он король. Вот так, ясно? Но он никуда не спешит. А вот остальные засранцы из его команды его прикрывают и вокруг суетятся. И они так стараются, что ему не нужно ни о чем переживать. Как твоему дяде? Ну да, как моему дяде. Видишь ее? Это королева. Она умная и она свирепая. Она ходит так, как хочет, и так далеко, как хочет. Одна нога здесь, другая там. Вот она какая. Напоминает мне стрингера. А здесь у нас ладья. Она как тайник. Она ходит так и так. Мужик, тайник не ходит. Сколько раз мы переносили тайник из дома в дом за последнюю неделю?
И каждый раз, когда мы перемещаем тайник, нам нужно, чтобы его сопровождали боевики для защиты. Точно. Ты прав. А это что за мелкие лысые сучата? А это? Это пешки. Они как солдаты. Они ходят так, только на одну клетку вперед. За исключением тех случаев, когда они дерутся. Они как бы на передовой. Они на поле боя. А как можно стать королем? Не, не так. Понимаешь, король остается королем. Все остаются теми, кем были. Кроме пешек. Если пешка пробьется на сторону другого парня, она станет королевой. А как я сказал, королева — это еще та штучка. Так, значит, если я дойду до противоположной стороны, я выиграл? Если ты поймаешь короля противника в ловушку, в этом случае ты выиграл. Но если я дойду до противоположной стороны, я стану самым крутым. Не, не так, приятель, глянь. Пешки во время игры. Их быстро мочат. Они быстро выбывают из игры. Если только это не офигенно умные пешки. Так вы занимаетесь утилизацией отходов? Охраной среды. Где мое бабло? Что сложнее, заправлять бандой гангстеров или следить за порядком в собственной семье? Мама, повесь трубку и набери пожарным! Это не жизнь, а сплошной ад! Тони Сопрано мог бы ответить на этот вопрос, но психотерапевт запретил ему волноваться. Паническая атака – серьезная проблема, и решать ее надо срочно. Но вся эта фигня как-нибудь рассосется. Крестный отец итальянской мафии в яростной схватке с депрессией. А сейчас как вы себя чувствуете? Хорошо. Все нормально. Вернулся на работу. Получи, сукин сын! Культовый сериал, который закрепил за HBO первое место в мире кабельного телевидения. Матерь Божья! Это же замечательно! Просто потрясающе! Не теряем время. Клан Сопрано.